каждый этот номер мы репетировали неделю, в ночи каждую, до 4 утра, 20-40, я костюм шила, я сама для мальчиков, для себя, здесь прорабатываю идею, и так важно было, чтобы здесь у меня получилось, но когда я вышла, видела Олимпийский, я видела, как они смотрят меня, я смотрела каждому в глаза, я не смотрела, я смотрела в глаза. Я это почувствовала как невероятную поддержку. Я знала, что бы ни случилось с мальчиками, я поймаю. И они мне сразу сказали, Оль, что бы ни случилось, мы тебя поймаем.